Доброго утра, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать парк, который находится возле нашего дома. Мы живем в районе Авджилар, Стамбула. И вот смотрите, у нас из окон видно вот это озеро. Там есть перешеек, и буквально это от перешейка метров 500 начинается мраморное море. Вот смотрите, утро, и мы немножко пройдемся в парк. Смотрите, розы, можно пользоваться мангалом. Этот парк называется Гёль-парк. Гёль – это значит озеро. Вот тут, друзья, что я вам говорила, что еще, видите, кафе закрыто, но хлебушек висит. Уже его доставили, никто не возьмет. Вот смотрите, вот такие кафе. И дорожки, усаженные розами. Озеро, и на той стороне тоже дома, высотные дома. Вот смотрите, сейчас посмотрим. Вот смотрите, вот там детская площадка. Видите? Вот детская площадка. Все, пластиковая она. Вот для детей такие вот снаряды. И вот это вот место впереди, где люди отдыхают и делают кебаб, шашлык. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Вот такая печка. Такие печки, видите, печки для кебаба, шашлыка, что хотите. А вот там вверху наш дом. Вот там. Вот, видите, снаряды, где можно заниматься спортом. И самое интересное, что здесь бесплатно. То есть вы приходите, кушаете, за собой убираете и уходите. Парк. Сейчас пахнет немножко дымком. Там, я смотрю, люди делают кебаб. Сейчас пойдем посмотрим ближе к озеру. Вот смотрите, мы теперь подходим к озеру. Оно пресноводное. Хотя буквально в полкилометра отсюда есть мраморное море. И вот мы живем на таком перешейке. Вот сейчас выйдем к водичке. Вот такой парк. Вечером музыка играет. Концерты часто проходят. Вот смотрите, друзья. Вот такое озеро. Спокойно, спокойно. А за этим парком университет находится. В нашем районе университет. Вот такие, видите, беседки. Удобные.
есть раннее утро, еще никого нет в парке. Вот такие кафешки, видите, можно поваляться на таких. Вот, кроме вороны никого нет. Видите, такой берег. Ну, здесь обычно не купаются, просто все отдыхают. Здесь площадка для занятия спортом. Такие, видите, беседки удобные. Сейчас раннее утро, еще никого нет в парке. Вот такие кафешки, видите, можно поваляться на таких. Здесь обычно не купаются, просто все отдыхают. Здесь площадка для занятия спортом. Фонарики, они потом вечером зажигаются. Кафе. Развлечения для деток, видите, такие машинки, и они работают, аттракционы. Там мангалы. Также бильярд здесь закрыт, видите, закрыт бильярд. Люди играют в бильярд. И очень много беседок. Пожалуйста, приходите с семьей, берете керосин, как у нас этот керогаз, вернее, готовите чай, что хотите. Мы тоже берем этот свой, эту керосинку свою, ну не керосинку, а газовую такую, газовый баллончик. Чай готовим, яичницу жарим с колбасой, блинчики. В общем, так завтракаем. Мы любим завтракать. Вот это вот, видите, вот такая красотень. Также, видите, площадка для волейбола, баскетбола, детские площадки. Вот. Видите, площадка такая вот, снаряды. Люди занимаются спортом. Вот так вот. Опять детская площадка. Площадка. И вот здесь вот можно ребеночка перепеленать. Такой как бы для деток. Видите, написано «Бебек Бакимо Дасы», то есть комната, где можно посмотреть ребенка. Также, видите, площадка для волейбола, баскетбола, детские площадки. Вот.
знаете, площадка такая вот, снаряды, где люди занимаются спортом. Опять детская площадка. Такая вот тоже детская площадка. И вот здесь вот можно ребеночка перепеленать. Такой как бы для деток. Видите, написано «Бебек Бакимо Дасы», то есть комната, где можно посмотреть ребенка. Ну что ж, друзья, маленькая такая наша экскурсия, прогулка по парку заканчивается. Я желаю вам счастья, любви и доброго-доброго дня. Пусть все в вашей жизни будет замечательно и красиво. Я вас всех люблю. Красивой ноте закончим. Это рынок вот купольный. Опять площадка для деток, и там дальше берег. Спасибо этому парку. Гюле, гюле. И вот такая площадка тоже у нас для деток. Это все вот в одном районе, все в парке. Видите? И вот мы приехали на берег. Смотрите, сколько уточек кричит. Абдулкадыр, сандалия, кой, яп. Смотрите, какие удобные здесь сидушки. Вот, видите, в форме тюльпана. Вот. Смотрите, как удобно открывается. И вот, садитесь. Вся пернатая живность завтракает. Видите? Там кто-то им хлебушка набросал, наверное, с кафе. И парк, видите? Вот вдоль озера парк. Птички, берег. Это вот такая типа променада, где люди бегают. Тут же кафе, где можно позавтракать.